Империя инков совсем не случайно почитается за одну из величайших цивилизаций древнего мира. Наследство, оставленное нам этим исчезнувшим миром, будут изучать еще долго, удивляясь и поражаясь таланту, мастерству и трудолюбию его жителей. Террасы у перуанского города Морай – из числа тех самых сооружений, которые и по сей день вызывают неподдельный интерес. Забыв, что ты в Перу, данное сооружение поначалу можно принять за римский амфитеатр. Если же вспомнить о том, что под ногами – таинственная земля исчезнувших империй, то появится ассоциация с космодромом для летающих тарелок. Однако, ни то, ни другое будет неверным. Сооружение, ступенями уходящие вниз, это, как ни странно, сельскохозяйственная лаборатория инков, место, где они опытным путем испытывали различные растения, подбирая им наилучшие условия для роста. Сельскохозяйственные террасы, которых в Морае сохранилось 4, огромными, высотой в 2 метра, ступенями спускаются вниз, на глубину в 45 метров. У древних агрономов существовала система полива. При опытах учитывался различный уровень температур и освещенности растений. Кстати, все испытуемые были из самых разных мест Перу, горных районов Анд, тропических джунглей, пустыни субтропиков. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.